очень хочется заехать во Флос. Сейчас заедем. Ты со мной пойдешь туда? Нет. А я пойду там похожу. Если будет гортензия, Слав, я куплю. Да. Какую хочу. Ну, естественно, если там скидки будут. Без скидок что-то не хочется, потому что они недешево стоят. А мы, по-моему, где-то здесь заезжали за яйцами, помнишь? Двухжелтковые яйца были, мы тут покупали. Впереди еще, да, немножко доехать? Он, по-моему, с 9 работает, да? Открыт тоже. Открыт, да. У них такие огромные территории, да? Ну правильно, тут они сами все и выращивают. Вон гладиолусов сколько. Целое поле. 100 лет здесь не была. В этом году мы, наверное, первый раз, да, здесь? Да, первый раз. Угу. Вон, целое поле гладиолусов. Красота. Новая тактика. Перехитрим соперников. Развернитесь, а затем через 50 метров поверните налево. Ой. А скидки пошли у вас, девочки, на растения? На саженцы, нет? Ну, а единственное, что у тебя выкапывают, которые... С лафами, они по 500 рублей. Это что, кто? Яблони сейчас. А, яблони. Я. Да. Сделай, пожалуйста, большой цель. Миш, надо яйца отнести Геннадию, он просил. Они бы хватили для Геннадия Михайловича. Так, ну я иду. Напрямую к гортензиям. Здесь ничего не надо. Ну, такую, что буду останавливаться, показывать цены. Колюсы. Красивые. Наперстянка. 295. Таня с Леней тогда вот такая у них. Шикарная. Гейхера 420. Пекония. Меня интересуют и маленькие хостекс. Это какая у нас? Нет, великовато. А здесь что? Нужна совсем крошечка. Вот это красивая. Так, ладно. Пошли дальше. Розы, розы. Маску сниму, дышать нечем. Ну да, о, на свежий воздух. Так, гортензия. Что за сорта? Лаймлайт 750. Такое то же самое. Вот это что за красотка? Интересно. О, то же самое. Вот это точно другая. Июль. Вот хорошее цветение с июля до конца сентября.
морозоустойчивый, до минус 30. Цена хорошая, 570 рублей. Так, а это что? Зацветает во второй половине июня. Дентальдогорун. Цены неплохие на гортензии, я даже не ожидала. Конечно, они такие тут уже немного несчастные. Ох ты, вот эта красавица. Ну, вот это вот она, белый медведь. Это вот Аня с Леней такая. Но она, конечно, роскошная. Так, ну, а вот там еще гортензии. Сейчас посмотрим. Пузыреплодники, спиреи. Это все есть. Так. А, ну это обычная. Древовидная набель, как у нас. Да, стоит она 1200. Немало. Вот это тоже нежнейшее создание. Что это такое? Смесь сортов. Да, а каких? Ой. Prim White. Тардива. Ну-ка, что это за тардива? Сентябрь. Лучше, конечно, когда зацветает пораньше. Так, и еще гортензии вижу вон там. А, ну там, по-моему, только анабель. Да. Да. Я вот это думала всегда, что это сорняк. На газоне взошел тысячелистник у нас. Я его собрала, аккуратно выкопала и посадила на клумбу. Откуда-то залетел от кого-то. Так, ну что? Прочитаем про нее. 650 рублей. До минус 20. 1,2. Вот такие компактные гортензии. Тоже. Вот у меня есть бобелейс. Она невысокая и как-то вот хорошо смотрится с хостой. С июля по октябрь. Листья крупные, цветы тоже. Но это если это она. Да, ливаны. А еще очень хочется попасть в их садик. Там можно подсмотреть столько идей. И идеи вот таких высоких грядок. И декорирование. Пойдем по дорожке. Красивая какая. Ивы это, наверное. Красота.
Ну, водоемчик, я смотрю, они уже слили воду из водоема. Красавица. Шапки такие мощные. Что за сорт? Little Lime. О, какие. Привет. Пошла дальше. Пихта корейская. Люблю я хвойные. Как же я их люблю. Ой, и вот это какая гортензия. Какая красивая. Господи. Ну, бывает же такая красота на свете. Метельчатая. Ну, вот это ту, которую я хочу давно уже. Ванилла Фрейс. Красавица. И сейчас пройдем около грядок. Они давно уже делают эти грядки, но сейчас уже практически в них ничего не растет. Вот как обустроен красиво огородик. Такой огород мне нравится. Перчики, капуста. Здесь что-то типа аптекарского огорода. Ну, наверное, уже убрали все, но тем не менее. Всегда здесь можно подсмотреть какие-то идеи. Вот так огород выглядит. Ну ладно, все. На выход и на дачу. А дача нас встретила небольшим дождем и осенним убранством. Ой, моя красота. Сейчас все расскажу, покажу. Так, как тут поживает наша клумба? Поживает. Сейчас покажу, куда посадила бадан. Вот эти проплешины от живучки. Весь газон в дырках. Вот сюда посадила бадан. Мне кажется, то, что надо. Убрала отсюда бруниру, потому что ей совсем плохо было. И еще бадан посадила. Вот сюда. И туда. И там кустик. Грибы выросли. Яблоки эти вкусные. Сюда. За первые 6 месяцев этого года российские предприятия увеличили объем выращиваемых устриц до 4500 тонн. Слово «деликатеса» в этом году настолько возросло, что ритейлерам пришлось увеличить и закупки за рубежом на 150%. Но вернемся к гортензиям. Купила я 2 штуки. Skyfall.
и Limelight. Обе гортензии не будут большими. Я специально брала маленькие. Заплатили мы за них 1200. Высота каждого кустика где-то сантиметров 70. Теперь самое главное – решить, куда же их сажать. Может быть, посадить на эту клумбу. Так, вторую. Да, вот у этой более нежные цветы. И, кстати говоря, она похожа. Только помельче. Но очень похожа на Baby Lace. А что, если их обе на эту клумбу? Гехеру я всегда могу убрать отсюда. Ну-ка, просто посмотрю, как это будет выглядеть. Второй вариант. Забираю отсюда и в новый миксбордер. Вот эти вот обещают быть шапки огромными. Вот сюда куда-то. Нет, Оль, она потерялась здесь. Да и рядом Киушу. Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Так. Да, она бы хорошо, конечно. И вот здесь вот около крыльца была. Она же невысокая. Ну-ка. Ну-ка. Ну ладно, буду думать. Не буду торопиться, утро вечера мудренее. На следующее утро все было решено. Сюда я сажаю Skyfall. Она будет высотой максимально 1,20 м. И здесь, около крыльца, мне кажется, будет так здорово смотреться. А сюда я посажу Limelight. Она будет перекликаться с Baby и вырастает до 1,5 м. О, зацветает. Ну надо же, малышка. Перстянка. Вот так. Это мы сюда посадили Skyfall, да, вот этот вот? Он 1,20 м. Какой туман. Ух ты!
А счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно.